субботу в Туле будут отмечать День пряника. Концертная программа откроется в 11:00 в Тульском Кремле. Гуляния продлятся весь день. Запланированы выступления, шоу и мастер-классы. Да, расскажите нам, где вы находитесь и что происходит, Роман? Здравствуйте, Татьяна. Я нахожусь сейчас в Туле на ежегодном празднике кнута и пряника. Как вкусно! Ай, как больно! В этот же день в Ликерке фестиваль аэрографии «Аэркрафт». К участию приглашаются владельцы разрисованных автомобилей, мотоциклов, великов, гидроциклов, катеров, вертолетов и космических кораблей. Начало в 10:00. Белый цвет означает чистоту и невинность. На белом всегда все хорошо видно. Белый подчеркивает красоту. Городу Дубне в эти выходные исполнится 277 лет. 5 августа тут пройдет фестиваль хлеба, детский праздничный концерт, выступление губернаторского оркестра. Ну а в воскресенье откроется 20-й межрегиональный фестиваль ретро-шлягеров. Начало в 11:00.